Врачи Большого Серпухова повысили квалификацию на мастер-классе по гинекологии. Ведущий эксперт Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского провел показательные операции в Серпуховском родильном доме. Хирурги-гинекологи из Серпухова, Пущиной и Протвино наблюдали за операциями и обсуждали новейшие методики лечения. Подробности в нашем сюжете. В операционном блоке роддома Серпухова проводит операцию ведущий научный специалист Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Антон Федоров. Специалист использует инновационные методики лечения пролапса тазовых органов и других гинекологических заболеваний. Врачи Серпухова, Пущина и Протвино наблюдают за действиями хирурга по видеотрансляции из операционной в режиме реального времени. Это позволит нам на нашем уровне посмотреть, как это делают специалисты экстра-класса, научиться у них, и все это позволит нам внедрить в нашем учреждении, в гинекологическом отделении, более широкий объем оперативных методов лечения наших пациентов. И мы пригласили наших соседей из Пущино, из Протвино, из наших женских консультаций городских, коммерческие учреждения, чтобы доктора, которые там работают, знали о тех возможностях, которые у нас имеются в отделении, и с какими проблемами пациентов можно направлять к нам для лечения. Практикующие врачи стремятся расширять свои навыки и не упускают возможность увидеть новые хирургические подходы. Особое внимание проблемам тазового пролапса, распространенного заболевания, значительно снижающего качество жизни женщин. Тема очень важная, затрагивающая очень большие массы населения, начиная от где-то рождения, предположим, лет с 18 и до бесконечности, потому что пролапс гениталий – тема очень актуальна в позднем возрасте женщин. С удовольствием посмотрю этот мастер-класс, научусь, постараюсь дальше совершенствовать. Увидеть мастера в деле – это очень дорого стоит. Профессия врача – это постоянное совершенствование. Очень хорошо, что вот здесь, близко, в городе Серпухове, это все происходит. И мы, пущинцы, очень рады за них и надеемся, что они нас тоже будут приглашать. Мастер-класс для врачей состоит не только из демонстрации хирургических операций, но еще и лекции, обсуждения. Научно-практическое мероприятие для врачей проводится по поручению Министерства здравоохранения Московской области с целью повышения качества оказываемой помощи жительницам региона. Операции, которые и улучшат прегравидарную хирургическую подготовку, то есть создадут возможность для вынашивания, успешного вынашивания беременности в последующем, ну и позволят прооперировать большое количество пациентов, которые страдают от очень неприятных проблем, которые возникают у женщин в определенном возрасте. Это проблемы с неудержанием мочи, это проблемы с опущением и выпадением внутренних половых органов. Институт, он же потому и называется Московский областной, и это наша работа. Мы должны нести наш опыт в массы. Мы должны делиться нашим опытом, не только приглашать к себе сотрудников, как, например, вашего центра или других перинатальных центров, но и сами активно должны участвовать, демонстрируя, скажем так, на месте. В операционном блоке Серпуховского родильного дома доктора используют современные методы хирургии в области гинекологии. Наши специалисты осваивают новые технологии хирургического лечения, чтобы оказывать пациенткам еще более качественную медицинскую помощь.